Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Решил попробовать, как будет вести себя курица, кочка с цыплятами. Посмотреть на это все с утра. Так, ведет себя не очень прилично. Кочка не это. Вот так. Даже пытался кто-то с ней драться. Она увидела корм, пришла. Так, все цыплята в сторону. По сторонам. Пришел смотрящий хаты. Может, они познакомятся поближе и перестанут драться. Вот эта курочка самая умная. Ну что ж, интересное пока наблюдение. Что бы происходило в большом курятнике, это известно. Их бы гоняли сейчас из одного конца в другой, пока это не надоело бы взрослым. И цыплята не забились бы в какой-то дальний темный угол. Вот. Опять эта курочка тут. Самая умная. Пока предсказуемо себя ведет. А цыплята расслабились. Расслабились и даже думали, что могут подраться, как через сетку вроде. А ведь это не сетка, это жизнь. Арсений Селезнев, зверобой. Вот так квочка без цыплят. Та, что еще, ну, только садится, не выводит цыплят. Решила пообщаться с другими цыплятами. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, зверобой. Смотрите обновления. Пока!